dvhub.ru. И от всего спортивного сообщества, от себя лично, хочу заявить то, что все спортивное сообщество за то, чтобы убийца понес справедливое и заслуженное наказание. Наказание, я думаю, что должно быть максимальным. Честно говоря, все спортсмены находятся в шоке. То есть этот случай взбудоражил, и до сих пор мы не можем прийти в себя. То есть мы считаем, что таких случаев не должно происходить, и нужно пресекать такие действия спортсменов, потому что оправдать его никак нельзя. То есть человек, находясь без сознания, уже ему не надо было наносить удары никакие. dvhub.ru